Врачей в Казахстане теперь будут готовить по образовательным программам ведущих мировых вузов. Первым такую практику внедряют в Казахстанском медицинском университете имени Асфендиярова. Врачей для страны медицинский университет имени Асфендиярова готовит вот уже 87 лет. За это время здесь выпустили более 75 тысяч специалистов. Но программы, по которым обучалось не одно поколение, устарели, говорят здесь. Поэтому вуз начал сотрудничать с ведущими зарубежными школами. Как их преподаватели привлекаются нами к чтению лекций и проведению занятий, так и наши преподаватели имеют возможность пройти стажировку в ведущих медицинских центрах и ведущих университетах. Также этот обмен осуществляется на уровне студентов. Сегодня у университета 116 вузов-партнеров в 27 странах мира. Он представляет собой огромный комплекс с собственными клиниками, поэтому инновации в учебный процесс внедряют с успехом. Многие страны привлекали стратегических партнеров, они привлекали лучшие вузы. Таким путем пошли Арабские Эмираты, Сингапур, Китай, Южная Корея. Правительство Казахстана привлекло займ Всемирного банка в сумме 80 миллионов долларов. Основная цель – это развитие системы медицинского страхования, но порядка там, 30% мы предусматриваем на развитие медицинского образования. Опыт Алматинского университета в ближайшее время начнут внедрять во всех медицинских вузах Казахстана. Алмау Разбаева, Эдуард Кон, итоги дня Алматы.